Дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа, а это Black Mesa, и мы продолжаем. Мы сейчас с тобой что? Правильно, пойдем в какую-то параллельную вселенную. Как-то он называется мир... Мир Зен, кажется. О, вот так вот мы умеем. А, здорово. Можешь поупражняться в прыжках, только быстро. Прикольно. Я поупражнялся. Ок. Придется начинать заново. Ага. Не входи в луч, пока я не дам команду. Ясно? Да. Начнем. Хорошо, начинаем. А в какой луч? Этот луч, да, видимо? Ё-моё. О, боже, они прорвались! О! Они прорвались! Что такое? Тише. Шлявы какие стрёмные. Тише. Еще чуть-чуть. Приготовьте, Фримен. Да. Портал открыт. Иди же. Ну, я погнал. Ё-моё, я куда полетел? Алло? Здравствуйте. Что это было? Очень какая-то неприятная бабака. Алло. Эта штука работает? Алло. И что? Я пытаюсь ходить, нажимать. У меня ничего не работает. Алло. Так, ладно, попробую сейчас загрузиться. О! Пошла какая-то загрузка. А до этого, кстати. О! Пришел еще один. О, что пришел?
Я, сука, монтировкой по лбу дам. Пришел еще один. Да, это я. Бабик нам рекомендует, да? Допустим, я вам поверю. Это чё? Так они тут были? О, привет. Привет, малыш. Вау. Как же тут красивенько. Офигеть. Очень классно. Опа. Эх, а я так же выгляжу, да, сейчас? Ой! Страшный. Ой, одну секундочку. И я вернулся. Так. Идем дальше наслаждаться этим прекрасным миром. Бля, ну это ж целое... Откуда? Подожди, а тут есть кислород? Ну, должен быть. А как? О, еще мужчинка, ё-моё. Я прям совсем не первый. Ой! Простите. Жижа, тихо. Ой, куда же ты, малыш? Ладно, я понял. Блин, ну так, запись пошла, все хорошо. Очень красивенько. А куда? Ага. Пониженная, да, я так понимаю, гравитация. То есть прыжок, да я помню, помню. О, эти ляпсики. Это внизу есть? Я ничего не вижу просто. Ай, ну... Ё-моё. Уже пристал тут. А почему? Подожди. Надо сразу почти нажимать. Надеюсь, там не было ничего важного. Летит еще. Достиг дна. Ага. Понял. Блин, а я долечу, надеюсь, да? Да? Тихо, свинюшка. Свинки, свинки. Чё ж оно вам не сидится, да? Спокойно. Алло, это что за оборудование? Термомегамометр какой-то. А это что? А можно я хочу пострелять гарпунным ружьем? Блять, не дают. Что, туда прям я долечу? Вы уверены? О.
А эта штука вот, подожди-ка. Работает? А где она? Ля, тут все вещи тэпаются прям прикольно. Понял. Броню заряжают, нифига себе. Тихо. Ай. Подожди, я ж могу теперь вот так вот, да? Просто такой чик. Мне вообще пофигу. Круто. О, здорово, заебал. Так, ну вот туда можно попасть. Я хочу. Я не понимаю, зачем. Но я хочу. Ё-моё, Бориса перекосило. Очень красиво. Типа, я не особо помню, как было в первой части в оригинале, но это очень красиво. А, иди нахер. Че ничего взять не дают? Кто там? Болты? Раскопки, да, здесь были? Окей. Я тебя вижу, подлюка. Открывай. Please wipe your feet. Пожалуйста. Я чуть-чуть не могу понять, что дальше. О, ага. Что? Что? Да ну ты чё? В костюмчике это, конечно, круто. Там кто-то есть, а как пройти? Нельзя, да? Выглядит очень крипово, конечно, все это место. Смотри, от него даже осколки летят, потому что он типа в этой... в броне. Ебанет же, да? Питает электричеством. Тише. Понял, понял. А, тут батарея села. Ага, круто, круто. Угу. Вот отсюда к вам в гости и пришли, я так понимаю, да?
Вы, конечно, очень безопасно расположились. Здравствуйте. Тепленькая. Ага, или отсюда, да, к вам попали? Я видел. Алло? Зачем я это сделал? Севшая, 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 все севшие. Чё надо? Сложно думать. Ага, ага. 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 А зачем мы это сделали? Ага. Это пипец. Это герметичный люк. Или люк Скайуокер. Знаю. Не знаю. Алло, здравствуйте. Чайник, бутер этот у них. Нормально они себя чувствуют. О, это что? О. Жестко покайфовал, конечно. Понял. Уровень энергии 100%. Повторять не обязательно. Подожди, а нам это не сюда же нам надо, наверное. А как мы? Ага. Без проблем. Нельзя, да? А ведь интересно, что там было. Мистер Бенц, Sonic the Bulldog. Вау! Ля! Ебака! Тебе, я так понимаю, лучше не подходить, да? А, я понял, извините. Ля, вот это красота! Это вот, понимаете, это все до всех ваших аватаров было. Они прям, смотри, шевелятся. Пью, пью. Груна Хрюша. Музыкальное сопровождение, прям мое уважение.
Подожди, это зуб чей-то, а это хвост. Да ты чё? Да блин, мне их не видно. Это гадина какая, а? Это свинка пипец, конечно. Вот так, ну-ка. О, эта штука хилит. Цехея, чувствую тебя, цехея. Тише. О, заряженные свиньи. О, дроголетчик. Ты прям пипец, да? Плохо тебе. Кто-то говорит живо? Здесь кто-то есть? Поросюшки, взрывушки. Что? А это что делает? Ничего не делает. Так, ладно, давай вот здесь остановимся. С тобой продолжим в следующей серии. Ты подписывайся на канал, жми на колокольчик, оставляй лайк и увидимся в следующей серии. Всех обнял, приподнял, покружил, на место поставил. Всем пока.